Я, Мария Колесникова и члены штаба Виктора Бабарика сегодня объявляем о создании политической партии «Вместе». За последние 3 месяца мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет. Вместе мы собрали почти 500 000 подписей. Вместе мы защищали наши голоса и вместе мы боролись и продолжаем бороться за свободу и за наше будущее. Сегодня мы формируем новое, сознательное и ответственное белорусское общество. Перед нами появляются новые вызовы и запросы, и на них необходимо реагировать. Страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе, и мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти. Сотни и тысячи белорусов, талантливых профессионалов, готовы брать на себя ответственность и строить вместе новую Беларусь. В ближайшее время будут поданы документы на регистрацию. Мы объединимся и будем еще сильнее. Вместе победим! Я хочу сказать основные цели и задачи, которые мы хотим, чтобы это движение решало. Первое – обеспечить проведение конституционной реформы. Как мы и говорили всегда, конституционная реформа – это самое главное задача на сегодняшний день. И поэтому мы обязаны завершить этот процесс. Несмотря на то, что мы не смогли победить на выборах, мы должны работать по совершенствованию и по улучшению нашей экономики. И самое главное, давать возможность людям проявлять свою гражданскую инициативу. Делать это разрозненно будет очень сложно, в объединении это намного проще.